Баскетбольная команда из Чувашии стала серебряным призером турнира 3 на 3 среди школьников Поволжья. Турнир прошел в Нижнем Новгороде в рамках 15-го суперфинала чемпионата школьной баскетбольной лиги «КСБаскет». В нем приняли участие школьники, которые не являются профессиональными спортсменами. Чуваши представляли воспитанники Кугейского лицея и Шумерлинской школы номер 3. К финалу ребят готовил тренер спортивной школы по баскетболу имени Грекова Иван Ирючкин. Наша команда одержала уверенные победы над соперниками из Башкортостана, Мариэл, Пензенской области и Татарстана. Однако в решающем матче удача оказалась на стороне команды из Самарской области, обыгравшей нашу сборную со счетом 12-8.